С Днем Ангела, дорогие именинники! Святой, о котором мы сегодня расскажем, был Папой Римским. Слово «Папа Римский», словосочетание, для православного уха вот уже 1000 лет звучит не очень мелодично. Слишком много сложностей в отношениях между католиками и православными накопилось за истекшие столетия. Однако, само по себе, это словосочетание вполне хорошее. Папа значит патриарх. И многие патриархи Ветхого Рима были украшены, одни глубиной постижения догматов, другие мученичеством. Было это в основном в первом тысячелетии нашей эры. Сегодня празднуется память святого Сильвестра, Папы Римского, жившего в IV веке. Святой Сильвестр родился в христианской семье. Став епископом города Рима, папой, он ревностно исполнял все, что ему поручалось, учил людей, наблюдал за поведением духовенства, в общем, был хорошим и администратором, и духовным таким человеком. Характерен один эпизод, который был в его жизни. Когда гонения на церковь закончились, евреи предложили диспут о истинной вере в присутствии царя Константина, его матери Елены, иудеи, ученые, книжники, раввины и христиане, которые были представлены святым Сильвестром, спорили о том, чья вера правильная. Сильвестр, прекрасный знаток Священного Писания, доказал иудеям, что Исаия, и пророк Малахия, и многие другие говорили о Боговоплощении, о пришествии Христа, и что вера христианская есть не что иное, как исполнение веры иудеев. То есть в христианской вере иудейские чаяния исполняются и облекаются в плоть и кровь. Когда в словесном споре иудеи были побеждены, то главный из них, некий Замврий, бывший чернокнижником, предложил испытать веру чудом. Он попросил привести быка. Быка привели, и он связали быка. Значит, и он сказал, что я сейчас покажу вам чудо, я прошепчу на ухо этому дикому животному неизреченное имя Бога, одно из имен Божьих, и он, не выдержав этого страшного и святого имени, умрет. Замврий подошел к быку и прошептал что-то на ухо животному. Животное упало и испустило дух. Наступила очередь Сильвестра, и папа сказал: «А что вы думаете, свойственно более Христу, оживлять или умерщвлять? Что свойственно Богу истинному вообще, наносить зло или приносить добро? Если ты прошептал нечто и убил животное, то я, надеюсь на Бога моего, именем Христовым воскрешу его». Сильвестр призвал имя жизнодавца Иисуса, помолился Христу, и Господь совершил чудо. Бык ожил, животное поднялось. Это, конечно, убедило всех спорщиков в том, что истина на стороне Сильвестра, и многие тогда приняли христианскую веру и крестились. Кстати, именно с Сильвестра сначала в Римскую, а потом во Вселенскую Церковь, вообще и к нам на Восток, пришли такие обычаи, как посвящение дней недели определенным святым или воспоминанию тех или иных событий жизни Иисуса Христа. Так понедельник посвящается ангелам, вторник – пророкам, и в особенности первейшему из них, главнейшему, предтече Иоанну. Среда и пятница – дни постные, среда – воспоминания Иудиного предательства, пятница – воспоминания крестных страданий Сына Божия. Четверг – день апостолов и в особенности святого Николая, который любит больше всего. А суббота – день памяти Божьей Матери, всех святых и молитвы за усопших. Обычай сей был введен именно папой Сильвестром. Имя его означает «лесной». И кроме него мы сегодня поздравляем с Днем Ангела Феогена и Юлианию. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.